Ребята, всем большой-большой привет. Мы продолжаем готовить. Всем спасибо за просмотры и за все остальное. Мы сегодня будем делать замену селедка под шубой. Но это будет селедка не под шубой, а в шубе. Для этого нам понадобится 2 свеклы отварных, 1 луковица, пару зубчиков чеснока, перчик, соль, 2 ложки муки, 2 яйца. Это все вот здесь. Все надо пробить до вот такой однородной массы, чтобы мы могли жарить блинчики, как на лестнике. Вот это нам понадобится. Есть у нас, это для жарки. Вот есть у нас селедочка вот такая красивая. Скумбрика такая красивая. Еще понадобится нам сыр. Пока будем жарить сейчас их на сковороде. Они очень легко жарятся. Но чуть-чуть хуже, чем там на лестничке. Просто аккуратнее надо. Так, не хуже, а аккуратнее. Все, идем к плите. Смазанная сковородочка. На центр выливаем. И вот такое получается. Сейчас поджарится. Мы его перевернем на другую сторону. Чуть поправить можно. На таком среднем огне надо жарить. И получаются такие налистнички. Со свеколки. Пахнут ароматно, потому что там и лук, и чеснок. И лучок, чеснок. Все приправки, перчик. Все это надо пожарить. И будем скручивать их. Ребята, пожарили мы наши блинчики. Вот они. Смотрите, какие. И сейчас мы будем их мазать. Вот такой смесью у нас тут получилось. Плавленый сыр, творог. Чуть-чуть тертого. Ну, чуть-чуть тертого, грамм 50. И зелень. Сейчас мы будем мазать эти блинчики. Ложить селедочку и скручивать. И вот, ребята, что мы делаем. На блинчик этот свекольный налаживаем. Вот это у нас смесь. Тут сырочек, сыр, укроп. Можете что угодно положить, чтобы оно вот такой пастообразной формы было. Размазали, не доходя до края вот этого. Ложим сюда селедочку. Не жалеем. Порезанную и сворачиваем вместе совсем аккуратненько, туго, аккуратненько, туго. И вот такая вот вещь у нас получается. Теперь мы ставим ее на часик где-то в холодное место, и можно есть, резать на кусочки и есть. Ребята, вот наша селедочка в шубе уже оделась и лежит на тарелочке. Посмотрите, какая красота. Это очень вкусно. Это ничего не течет, ничего не перемазано. Все аккуратненько. Смотрите ближе. Селедочка в середине. Блинчик свекольный. Все очень красиво. Какая красота! А пока.